Стильный бюджетный монитор для работы и отдыха. На распаковке монитора Digma Progress с индексом 24P402F. Комплект поставки стандартный. Блок питания, кабель HDMI, документация, подставка и монтажные винты для ее крепления. Перед нами стильное современное устройство. Экран диагональю 23,8 дюйма обладает узкими рамками с трех сторон. Full HD матрица изготовлена по технологии IPS. Хороший выбор для недорогого монитора. Дополняет его поддержка технологий FreeSync от AMD и G-Sync от NVIDIA для лучшей синхронизации изображения и уменьшения смазов. Для защиты зрения здесь есть функция уменьшения мерцания и фильтрация синего цвета. К слову, частота обновления экрана здесь 100 Гц, а скорость отклика 5 мс. Для игр вполне подойдет. Интересно, что у этого монитора матовая поверхность экрана, а значит, на нем почти не будут заметны блики и отражения. Модель имеет скромные встроенные динамики. В плане наличия портов все стандартно. Один HDMI и один DisplayPort. Подставка, состоящая из прямоугольного основания и тонкой опорной трубки, может регулироваться только по углу наклона от минус 15 до плюс 5 градусов. А крепление веса позволяет установить монитор на кронштейн. Что в итоге? Это недорогой и интересный внешний монитор с качественным экраном и неплохими характеристиками. Он вряд ли подойдет для требовательных геймеров, но подойдет для работы, просмотра фильмов и прочих задач. We'll be right back.